призывает Господь всех нас. Но единицы отзываются очень серьезно, очень так по-настоящему искренне слышат голос Божий. А мир, пока этим путем не пойдет, будет погибать. И так будет идти до второго пришествия Господня. Господь завершит таким образом человеческую историю. Господи, помилуй, Господи, Господи, спаси, Господи, раба Божия Артемия, да и чада их, да, Боже милости, будь мне грешным, создал меня, Господи, помилуй, без числа согрешил, прости мою душу грешную. А я редко хожу в церковь, потому что здесь распущены, знаете. Ладно, что? Соседка, пошла я, давай, малину собирать. Давайте, все, счастливо. Ну давайте, счастливо вам. И вам. Доброго здоровья. Ну да, праздник не праздник, а надо копать, потому что покойника не оставишь. Покойник не ждет, да. Да, дальше суши, суши, суши у нас. Врачок. Ух ты! Это салют, вашу честь. Весь в крови лежит. Готовы, уже руки посинели. Мамочка народная, знаете, мне ноги подкосились, сердце остановилось, я около него к трупам легла. И только сообразила, говорю, приедет дочка и увидит два трупа, и батька, и мать лежит. Говорю, Господи, не подними меня, Господи, дай мне крепости. Грешению блажении памяти, приставшей сербе Божией, девице Анне Марии, им же приложение твори. Господи, помилуй, Возьмите обратно князя Ивана, и возьмите обратно князя.